повторяю, что мы еще раз находимся в галерее Беляева, метро Беляева, профсоюзный дом 100, музей Леонардо да Винчи. Очень хочу дождаться, когда все-таки освободится очередь. Камера абсурда – это первое изобретение Леонардо да Винчи. Очень хочется тоже зайти посмотреть. Очень интересный музей, детям нравится. Как видите, очень много детских экскурсий. Здесь не только детям, но и взрослым интересно. Все можно трогать, пробовать, экспериментировать, ощущать. Ну вот, наверное, сейчас очередь моя подойдет наконец. А, вы тоже туда? Можно, а то я уже стою. Спасибо. Так, вот наконец-таки наша очередь. Сейчас мы посмотрим, что у нас там. Наверное, снимать здесь мы не сможем. Так, здесь снимать мы не можем, но, честно говоря, пока я не очень понимаю, что здесь. Куда-то надо, наверное, смотреть, что ли? Да, точно. Нужно смотреть, оказывается, вот в такие маленькие дырочки. И что-то там нужно видеть. В общем, все надо самим, так что приходите и смотрите. Я выхожу. Сейчас я насмотрюсь в эти дырочки и выйду. Пока-пока.